Незаконная реклама исчезает с улиц Нижнего Новгорода. В Приокском районе от незаконных объявлений начали очищать фасады дворов на улицах Терешкова и Крылова. Работа организована районной администрацией совместно с домоуправляющими компаниями в рамках месячника по благоустройству. На состояние фасадов жалуются сами жители. Обращаются о том, что очень много вот этой рекламы, которая совершенно не нужна, и что вот эти вот рекламщики заклеили все фасады, портят фасады. Вот. И, естественно, эти обращения сразу принимаются в работу и начинаются работы по зачистке этих фасадов. За расклейки незаконных рекламных объявлений предусмотрены штрафы для физических лиц 1500 рублей, для должностных лиц 5000, юридическому лицу грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Юлия Гаврикова, Артем Таранков. Время новостей.